жри, жри. Это потому что я опаздываю. А куда ты? Я опаздываю на прическу. Тут, там просто человек отошел, который делал прически, плетение. И я думаю, так, перерыв 15 минут, как раз заодно успею поесть. Какая прическа будет? Ну, я пока не знаю, потому что, мало ли, может быть, он не захочет там делать или еще чего. Ты что такая тупая? Не знаю. Только курица, я не успела. Губы сделала, нет, это мои. Что, не видно, что ли? Спасибо. Я переливаю чай с кружки, как еврей. Так, покажешь прическу потом? Да, покажу. Жу-жу-жу. Кто-то пишет мне в WhatsApp. Извините, но просто чай такой вкусный, а я его не успела даже попить. Я реально обожаю чай с чабрецом. И сразу вспоминаю бабулю. И Литву. И хлеб с семечками, и сыр с Валей Галба. Это еда моего детства. А еще я обожала с детства карбонад. Ладно. Я вам уже просто делала всю зарядку. Боже. Так что буду с вами прощаться. Как только мне сделают прическу, надеюсь, подключусь. И все, люблю вас, короче, и хорошего вам вечера. Пока. А мы потом с Яной в чехаря зайдем, ну только если, конечно, говядина.